Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем играть в Assassin's Creed Unity, продолжаем проходить эту игру. И, ребята, это... сейчас, дайте вспомнить. Восьмая глава, да? Восьмая глава, ребята. И давайте дальше проходить, то есть... Более-менее мы уже дошли до восьмой главы, и это уже нормально. Сейчас давайте поубиваем вот этих, если нам нужно их убивать, потому что я даже не знаю, как нам пробраться. Если мы спалимся, вот это охренеть, сколько тут людей будет. Ну, хотя бы вот так, одного убили. Ну что, ты сюда идешь, чувак? Давай, давай, мы тебя тут ждем. Нет, не идешь. Чувак, мы тебя ждем, давай. Ну, я не хочу на тебя тратить еще одну стрелу. Но если мы туда пойдем. Сейчас, давайте посмотрим. Тут один, там, ух, сзади двое. Поэтому туда лучше даже не идти. Вот этого бы как-то убить. Потом того мы с легкостью убьем. Вот, отлично. Этого убьем, этого убьем. Вот этот еще там палит. Ну ладно, давайте. Пора назад, ребятишка. Да, да я же выстрелил! А вот чё за фигня? Только не убивайте, пожалуйста. Точнее, не стреляйте вот с этими фигнями. И вообще не полить. Отлично. Фу, смотрите, убили мы нормально так. Кто там палит? Это в меня? Или нет? Если нет, то нормально. Вот это в первую очередь нужно. В первую очередь нужно вот это обезвредить, вот этот колокол. Потому что если нет, они нас спалят очень быстро. Во, вот так. Отлично. Обезвредили. Этого убили, этого убили. Да не палите меня, заразы. Как бы нам бы спрятаться, если честно. Я там чувака еще одного вижу. Что это было? Отлично. Как нам пробраться сейчас в дворец, нужно посмотреть. Есть ли там какие-то входы, выходы. Давайте тогда поднимайся. Хотя, нет, 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 спустись, зараза. Дайте-ка мне посмотреть выход, вход. Выход, вход. Так, ща. Куда? Вот там нас запалят, да? Или нет? Ну, ладно, давайте поднимаемся вот тут. Главное, чтобы нас вот честно снайпера не запалили. Если запалят, будет, в принципе, не очень. Так. Тут никого нету. О, чувак. Вижу... Вижу двух снайперов. Сейчас. Точнее, даже не двух, а трех. Так, отлично. Сейчас. Так, секундочку. Так, ну что, ребята, идем дальше. Как бы нам проникнуть вот в этот
В этот. Нам, кстати, звание повысилось. Вот в этот дворец, да, нам нужно? Только я не представляю, как нам туда забраться. О, во, отлично. Офигеть, и как нам... Офигеть, сколько их тут. И как мне вот этого снять? Я не очень догоняю. То есть, можно было бы выстрелить, я бы выстрелил, но... Ну, видел тирана? Наверное, сбежал. Ай, не пали, не пали. Так. Там никто не идет. Выведи строй. А что нам нужно? Найдите кабинет короля. Ага. О, это кто там? А как нам его вообще вывести? Или найти, точнее. Хватишь, проклятый мерзавец! Да, черт, дайте мне вот этого убить, этот самый такой жирный. Во, отлично. Выпьем лечилку. Стой! Да вы что прикалываетесь? Тебе не сбежать! Во, отлично. Не успел чувак даже что-то сказать. Так. Вот арбалет тут реально прикольная штука, но чтобы найти для него стрелы, это сдуреть можно. Вот, походу, этот кабинет. Да, вот он. Только туда еще как-то пробраться нужно. Назад, назад, отошли. Да все, что ты, чувак, мы тебе уже... Ты дурак. Мы тебя спасли, а ты дебил убил. Ну, ладно. Вы не похожи на кровожадного революционера. Но вид у вас в этом капюшоне зловещий. Прикрываете тылы, да? Удобно, когда между вами и сражением запертые двери. Ну, меня тут нет. Для тех, кто спросит. Но шанс попасть в личный кабинет Его Величества дается не так часто. Вы ищете что-то конкретное? Важные секреты, интимную переписку, личные ценности и прочее. Надеюсь, наши цели разнятся. Ваша? Кое-какие письма королю. Они могут быть неверно истолкованы. Если попадут не в те руки. Ясно. Может, поможем друг другу? Думается мне, что у короля где-то есть тайник. Найти бы его. Ну, ладно. Сейчас попробуем. Во. Вы об этом? Просто отлично, друг мой. Невероятно. Нашли трофей? А, рок изобилия, да. А вы? Думаю, что... Да. То, что нужно. Так будет вернее. Не стоит ли уйти? Быстро! Что это? Это выход. Прикройте меня. Ладно. Я патриотов! Господи! Да... Твою... Пиздок! Фехтуете, как сам дьявол!
Патрончики, быстро. Нету. Так. Нет, не стреляй, не стреляй. Да твою ж. На тебе. И тебе на. Ну, отлично, всех перебили. Может, харе? Не думаете? Вот ты где! Слушай, харе палить! И еще вот это. Это Наполеон? Защитите Наполеона. Смотрите, как сам дьявол. Офигеть. Вперед. Обыскать все! Найдите документы! Это он! Что? Черт! Кто? Да, про капитана многие так говорят. Он ваш друг? Скорее, заноза, которую никак не вытащить. Я должен допросить его. Нужно вернуться туда. Сейчас мы его не найдем. Идемте, у меня есть идея получше. Так, ладно, пошли. Никогда не задумывались о карьере военного? Не люблю выполнять приказы. Мы, ребята, солдаты уже. Проклятие генералов и политиков всех войск. Звание или что это у нас? Я сам такой же. И у нас с вами большое преимущество перед военными. Дело в том, что у нас есть голова на плечах. Поступите, давай, давай, чувачок. И через 10 лет вы маршал, я обещаю. Что ж, лестно, конечно, но нет. Человек следует зову сердца. Передумаете, найдите меня. Понятно, месье, пошли. Меня зовут Бонапарт. Наполеон Бонапарт. Ну? Младший лейтенант артиллерии. Пока. Арно Дориан. Как нам сюда пробраться? И личная просьба. Только не говорите, что большой уровень. Меня здесь не было. Я наблюдал за всем из мобильной лавки. Так, откроем, если тут небольшой уровень. Конечно. Хотя вряд ли, если... Ну, фиг его знает, сейчас посмотрим. Пожалуйста, небольшой уровень. Да, ладно, проглядел. Отлично, и еще раз. И сколько нам даст? Где-то 1000, 1500. Ну, да, нормально. Да куда ты? Вот ты любишь лазать. Пошли. Ой, извиняюсь, ну, пнули Наполеона. Так, сейчас, ну, выбираемся, да? Ты нас догонишь там? Давай, давай. А тут как выйти? Тут даже двери нету. Вот это двинуть. Ладно, ждем пока. Пока придет. Что теперь? Минутку. Или тут еще какой-то тайный? Лучше бы вам отойти. Прям куда? Как вы, месье? Все хорошо. Выстрел, что надо. Учение – важнейший этап боевой подготовки. Нам пора, месье. Что ж, прощайте. А как же Руй? Дайте пару дней. Я узнаю, где он сейчас служит. Может быть, представлю вас. Удачи. Отлично, продолжаем, ребята. Часть 8, воспоминания 1. Так, куда нам сейчас? Вижу.
куда пошел? Ладно, давайте этих перебьем, так как там сундучок, может там тоже будет что-то полезное. С друзьями-дворянами, предатель. Сидеть захотел, собака. На тебе, зараза. Еще чуть-чуть. На уже. Я не сдаюсь, сукин ты сын. Так, отлично. Есть тут что-то, нет? Посмотрим, если небольшой уровень. Вроде небольшой. Отлично. Там гиг двойные приблизительно так по 1000 есть, мне так кажется. Тысячу, о, полтора, нифига себе, нормально. Побежали, ребята. Так, давайте еще вот этих убьем. Нифига себе. Так, ну что, побежали? Так, ребята, ну что, вот мы пришли к заданию «Воспоминания второе. Встреча с Наполеоном». Сегодня утром я встретил трех человек с головой какого-то бедолаги на копье. Из-за мундира они сочли меня дворянином и потребовали, чтобы я закричал «Да здравствует республика!» Доказал верность нации. Похоже, раздача трехцветных кокард осталась в прошлом. И что вы? Я закричал, разумеется. Вы принципиальны. Жизнь куда ценнее гордости. Но так оно всегда и бывает, когда в правительстве сидят голодные безумцы, а армии начинают командовать кровожадные дикари. Руй. Я хотел отправить его в дальний гарнизон, но, похоже, у капитана весьма серьезные покровители. Он под защитой. Но вы знаете, где его найти? В казармах болтают, что он с отрядом своих дружков собирался заглянуть в большой шатле после обеда. Если с ним что-то случится, мало кому станет хуже. Точно не моей карьере. Что ж, упражняйтесь в красноречии. Так, ну что, идем убивать того чувака, или что, что нам с ним делать? Сейчас посмотрим. Забрать оружие! Не дергайтесь! Ну же, живей! Где комендант? Фига себе. И нам нужно его убить. 40 стражников. Охренеть. Ладно. Идем туда. Я не представляю, как нам его убить пока что. Возможно для помощи, возможно для отвлечения. То есть... как нам сюда залезть еще интересно? Вот так, да? Эй, тебе же хуже будет. Сукины дети! Молча! Нас не остановить! Тебя не остановить! Не моей женой! Предатель! Пес! Пукай! Нет! Умри! И сейчас еще вот этого убьем. Отлично. Ух, у нас нету, ребята. Благодарю. Так, это помощь типа будет. Не у знаю нас. В каком-то отряде, но спасибо. Беги к стенам. Нужно остановить эти убийства. Да, миссис. Ага. Охранники освобождены. Отлично. Так. Патронов у нас не очень много есть. Вообще, точнее, нету. Сейчас. Куда нам залезать?
Куда нам лезть? Вот туда нам нужно. Так как там куча вот этих стражников, которые нас могут запалить. То, что мы освободили охранников, это уже нормально. То есть, смогут нам помочь, мне так кажется, или нет? О, еще и сундучок. Если небольшой уровень, конечно. Нет, большой. Поэтому нет. Как нам туда залезть, я не вижу способа. Потому что, видите, тут вот это все в преградах вот этих... А где? А, вот окошечко. Куда мы можем залезть? Окно. Вижу. Упс. А с трупами что? Да, забудь. Ну и чего мы ждем? Предатели вокруг. Перебили. Этих тоже. Нам бы действительно патроны нужны. То есть у нас вообще патронов нету. Пару штучек. А если я был... И лекарства точнее тоже. С них же тоже и лекарства падает. Так, дальше. Дальше. Как нам пробраться наверх? Это интересно. Ага, вижу способ. Сволочь против свободы! Фу, главное, что не запалил. Давайте обыщем, потому что... Если нам попадутся вот те, что стреляют, то аптечки нам очень нужны будут. А у нас только одна аптечка. Держим строй! Убить их! Защищать пленников! Смерть предателям! Оттеснитесь! Да здравствуй! Стоим! Не отступать! Только не нападайте на меня! Я не буду о тебе скорбеть. Ну, покойся с миром. Уступите, дорогие друзья. Я надеюсь, да, нам туда нужно, но как туда забраться? Это интересно. Упс. Что за чёрт? Так, ребята, нам нужно какой-то способ туда пробраться. Я пока что не вижу. Или нам через вот этих всех стражников нужно проходить? Ну, чувак, ты там... Я понимаю, ты любишь палить, но все же. Не. Наконец-то. Запалили? А? Ну да ладно. Что за... Нет, офигеть. Еще и не запалили. Так, а как нам сейчас туда? Ну я там вижу... Вот, сюда, да? Или нет? Сейчас посмотрим. Нет, не сюда нам нужно. Ну да ладно. Там есть где-то проход наверх. Вот. Нам нужно вот так наверх пробраться. Глянь, комендант! Брат пришел! Не хочу его видеть! Ну же, комендант! Упс! Вообще не палевно. Я тебя раздавлю, прыщ! А, смотри! Сдохни! Фу, даже не запалились. Ну, как бы... С остальным. По-моему, он немного схуднул с последней встречи. Что это было? Ничего, ты что-то попутал.
Я тебя достану! Терпите! Он скоро устанет! Не палите только, пожалуйста. Куда бегаешь? Как питка! Остановись его! Тебя! Долго мы их будем убивать, ребят. Что-то мне кажется, что... Его там и убили, но... Все, нам капут, ребят. У нас... Твою ж... Так, ладно, другой способ. Убить вот этих снайперов. Так. Каким-то другим способом. Ух, нифига себе. Это так нужно? Я думал как-то по-другому. Так. Да не лезь ты туда, ну... И опять не туда. Во, сюда. Главное, чтобы вот эти нас не запалили. Этих двух нужно убить. Как его убить, я, ребята, не представляю. Там куча стражников вокруг него. Но вот эти уже нас палить не буду, то есть о них уже там нету. Теперь еще нужно этих поубивать. Так. Сейчас. Во! Как это нужно! Если вам приказано выгнать нас, знайте, вам придется применить силу, ибо добровольно мы отсюда не уйдем! Командовать — это управлять. А управлять — это править. В том-то и самая суть проблемы. Мирабо? Какое убожество. Да. Франция заслужила лучшего. Что? Люксембургский дворец. Рой, заканчивайте, пора. Я умею разговорить. Отлично, капитан. Мари. Цены на зерно взлетели, великий магистр. Агенты будут направлять поставки в наши порты. Они ждут вашей команды. Слава. Так это вот этот ювелир, которого мы спасли. Свете, но не сразу. Самый главный. Это нужен минимум год, великий магистр. А то и два. Это же ювелир какой-то был, которого мы убили. И не убили, а спасли наоборот. А он оказался самым главным? Или мне... Чё-то я неправильно понял. Погоди-ка. Он выдыхается. Харе палить. Вот так. Вот мы и убежали. И сейчас вот куда-то вот сюда мы убежим, чтобы нас вообще не было видно. Вот, сейчас выбежим. Ох, нам что-то дали там. Так, ребята, ну вот мы еще парочку воспоминаний прошли. Давайте на этом уже закончим эту серию, познакомились с Наполеоном. Ребят, если вам нравится прохождение, если вам нравится Secret Unity, ставьте лайки, если хотите больше частей, если хотите больше продолжения, всем за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем удачи и всем пока.